Итак, друзья, что нам остается? Нам нужно исследовать все оставшиеся зацепки Велени и найти жену барона. Давайте смотреть задание. Ой, прошу прощения. Так, задание. Хозяйки леса. Прочитать книгу «Хозяйки леса». Будем смотреть. Так. Наверное, где-то здесь. Вот она. Эта книга. Следовать за сладостями, не забывая пользоваться ведьмачьим чутьем. Ну что, вызываем лошадку. Да и сейчас поскачем к этим ведьмам. Так, ну все. Приготовились. И вперед. Ой-ой-ой, через болото. Так, здесь налево. Или подождите. Нет, надо бы разворачиваться. А сейчас показывает наоборот. Странно. Так, может быть, где-нибудь по ходу с вами зацепим знак вопроса. Блин, расстояние начинает увеличиваться. Давайте посмотрим на карту мира. Вообще, правильно мы с вами скачем-то или нет? А, вон оно что. Да, ну так здесь явно стоило переплыть. Так, лодка есть здесь. Ну, сейчас посмотрим, короче. Давайте поможем освободить это место. Получим с вами очки. Получайте, гулечки. Давай, давай, давай. А, у меня нет ни ясити. Мне что-то показалось, что я уже... Так. Есть одна готова. Ну, ничего страшного. Так, и, наконец, последнее. Тут еще гнездо. Надо бы уничтожить. Ладно, чтобы еще не появились. Я был готов к этому. Она будет меня атаковать. Все. Так, прыжочек. И давайте поскорее уничтожать гнездо, это гнездышко. Надо его уничтожить. Отходим. Есть. Ну чё, гуленька? Ну что, паскуда? Получай. Ну да, они такие непростые. Есть. 75 опыта. Да-да. Это купец. Приветствую. Привет. Покажи свои товары. Блин. Ласточкина трава. Но это мы с вами уже все видели. Бывай. Но зато здесь теперь точка быстрого перемещения. Так, надо посмотреть все-таки, как правильно и грамотно нам с вами выбрать маршрут. Короче, я предлагаю вот на эту лодку. Можно было от этой деревни также проскакать. Ладно. Так, сколько там? 250. Ну что, пробежимся. Не все же время на лошади скакать. Так, тут есть мост. И подождите-ка, еще кому-то нужно помочь. Эй, ты там! С
Смотрите, опять клиент подвернулся. Я не собираюсь ничего у вас покупать. Это тебе так только кажется. Коли хочешь, чтобы мы тебя пропустили, придется заплатить. А если я не заплачу? Значит, сдохнешь. Видите медальон? О, начальник! Начальник! Тихо, Собик! Я вижу, мастер. Теперь вижу. Мы не... Цех узнаете? Да, сударь. Только прошу, не держите на нас зла, чтобы сразу не сообразили. Начальник! Начальник! Может так случиться, что скоро я снова буду здесь проезжать, кто знает. И вот тогда я вас здесь видеть не хочу, это ясно? Да, яснее солнца, сударь. Счастливого пути. Да пока. Начальник, начальник! Чего там, Собик? А этот все, начальник, начальник. Собик. Чего? Заткнись. Так, меч. Надо смотреть. Блин, а мне-то нужен был купец. Так, минус 15. Минус 18, 21. Чё с сапожками? Плюс 4. Так, а здесь... Ну ладно. Так, утопцы. Задрали. На! Ха! Не нравится? Так, у меня немножко затупился меч. Вот они, утопцы, кстати, сильнее всего бьют. Так, глаз. Ладненько. Пробежимся. Так, теперь, мне кажется, здесь... Да, придется переплыть. Ладно, сейчас починимся. Не переживайте. А вот и лодочка. Вот на ней-то мы как раз и доплывем. Так, травка. Бочка. Спирт. Вот тут наверняка что-то найдется. Алкогест. Еще. И, наверное, еще. Ну так давайте и в дом заглянем. Так, можно ли? Закрыто. Ну что ж. Так, шкура. Шкура. И алкогест. Ну все. Давайте в лодку. Поплыли. Ускоряемся. Наверняка сейчас какие-нибудь интересные места будем проплывать. Так что будем на все внимательно смотреть. Еще раз прикину, как нам плыть. Ага. Держаться, короче, вот этой правой стороны. Впереди слева нечто раздолбанное. Сейчас посмотрим. Так, а это случаем не камень силы? Ну или что-то в этом роде. Так, может остановиться? Давайте-ка остановимся и посмотрим, что это такое за сооружение. Да нет. Видать, ничего особенного. Так, вперед. И в
Вон там, смотрите, на верхушке справа. Какое здоровое дерево! Офигеть. Но туда мы, наверное, просто обязаны. Будем сходить как-нибудь. Так, наверное, я почти приплыл. Сейчас где-нибудь здесь пришвартуемся. Так, потихонечку, потихонечку и на месте. Ну что ж. Так, это камень или кто-то убит? Нет, это камень. Давайте починимся. Так, это бронник, а это оружейник. Есть. Так, там утопцы наверняка были слева. Мы с вами видели отметки. Так, держись. И что-то здесь. Хозяйки леса. Надо медитировать, друзья. Без этого никак. И, наверное... Так, у нас там бомбы есть. Замечательно. Пусть будет картечь. На всякий пожарный. Идем по пути сладостей. Так, правее. Ну, короче, по этой тропинке. Я ж правильно понимаю. Ну да. Так, а засады здесь никакой не будет? Была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? Я ищу ведьм с кривоуховых топей. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топей? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка, бабушка сказала, это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сестер. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто?
кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, ты Вася? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видит. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Бронятся и бронятся. Ничего больше. Сплошная брань. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы, и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот, видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Я просто с ребятнёй разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Ну все, хватит. Я задал простой вопрос. Видела ты эту девушку или нет? Не бойтесь, детки. А чего тут бояться, бабушка? Ему важно, вот он и злится. Может, и Васик что знает? Отведу-ка я его к Ивасику, пока этого кондрашка не хватило. Ивасика ты сам выдумал. И не смей говорить таких гадких слов. А ну, ступай в хату. Будешь у меня в углу стоять. Я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты кончай малышей пугать. Иди уже, уходи. Да, что-то не все так просто здесь. Нам нужно будет разбираться. Итак, поговорить с мальчиком, которого наказала бабушка. Для этого нужно попасть в этот домик. Ну да, как-то странно. Одна бабка, да, сироты. Что-то здесь не то. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи. Уходи. Ну все, все. Зашипело. Так, будем воровать. Спирт, цветочки. Так, шкуру, наверное. Ну ладно, возьму. Слиток, пятая эссенция. Хлопок мне, наверное, не понадобится. Документы. Так, а что здесь? Вербена. Короче, ерунда. Так, дальше. Оленья шкура. Так, бабка, погребок у тебя есть? Ну, здесь нет. Найти способ выманить бабушку из хаты. А, сейчас, подождите. Закрыто. Нужен ключ. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Вы сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно, вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала, а бабушка много знает.
Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится, потому что говорит, что нас чужие могут забрать, и мы тогда пропадем. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это взаперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Может, вам еще что нужно? Вот если бы сладенького. И мне тоже. Или фруктов. Принеси нам чего-нибудь вкусненького, и мы тебе поможем. Вот вам гостинцы. Вкуснотища! В жизни такого не ела. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в голову укусил! Иди сюда, бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих... Раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда мой возвращался, услышал крики. И смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама... Все, не надо, хватит. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими. А то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится. Хоть и говорит, что он придуманный. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Да, будь здоров, пацан. Ну что, пойдем за Ивасиком? Так, сейчас. Что-то взять. Блюдо. А, там гребаные деревяшки. С него только получится, если разобрать. Так, ну все, пойдем искать Ивасика. Так, вон бабушка. Может быть, здесь уже открыто, нет? По-прежнему все закрыто. Ну, пока она нас не увидела, пойдем искать след. Ёшкин кот. Да, там придется попотеть. Потому что там еще, как видите, есть вот эта водная баба. Так, ну что, кто на меня? Есть. Yeah.
Отлично. Так, лови, баба. Промазал. Есть. Ну давайте утопим. Все. Это были все. Так, эссенция, яд. Если Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. Ну, разумеется. Так, дальше. Черт. Опять. Утопцы. Ёшкин кот, как их много. Так, не смейте меня так колотить. Есть. Отлично. Так, слушай, утопец, ты не прифигел ли? Так, следы, следы, следы. Куда они нас приведут? Так, идут где-то здесь. Ага. Так, теперь дальше. Нашел. Так. Следы ведут к нам. Интересно, что внутри. И Васик. Не бойся. Ты хмурница? Луговик? А, прибожик. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет. Блин, какой же смешной этот Ивасик. Так. Сейчас. Это просто кости. 150 опыта. Так, 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 так. Откуда повылазили? Ивасик, отходи. Зараза. Так, пьем. Не ясыть. Много вас. До конца убить. Есть. Ну и еще один. Получай. Все. Ивасик. Давай. Ты где? Не отходи от меня. Куда мы с вами идем? Только одному Ивасику известно. Мы пришли? Да, я огляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить?
Придется туда залезть. Ну, разумеется, залезем. Но только надо помедитировать до 5 утра. Так. И Васик вместе с нами ждал. Или медитировал. Что-то из двух. Так, прыжок. Теперь здесь. Отлично. Так, какие-то... Ух ты, ух ты, ух ты! Какие-то большие птицы. Ё-моё. Так. Гарпия. Бить. Так, одна готова. Придется опять ремонтировать. Так, ремонт, ремонт, ремонт. Быстренько. Отремонтировали. Ну что? Давай, давай. Садись. Есть. Вот тварь. Отлично. Ну все? Запечатанная бутылка. Может, и перо. Это бутылка? Ну, блин. Мутаген. Здесь опять мутаген. И, наверное, третий. Нет, когти и перья. Гарпии. Ну, а теперь надо спускаться. Так. Но сделать это нам надо так, чтобы не разбиться. Так, если спрыгну... Ой, будет больно. Так, а если здесь... Сейчас попробую. Держи. Королеве Бруге. Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что? Хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Удивительно, как можно упрятать голос в бутылку. Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз как лесной ручеек, а иной раз как гром. Ну и будем честны, болтаю я столько, что льется как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами. И не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. Да меня чуть удар не хватил. Тогда я пошел в деревню. Там, говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать: «Душегубик, душегубик!» И спустили на меня собак. Я что, похож на душегубика? Не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьм. Кто еще мог меня заколдовать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет.
Сижу я, значит, довольный. А тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица. Молодая, серовласая, как ты сказал. А вдобавок она была ранена. И едва дышала от усталости. Она помчалась в сторону детских хат. И неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала. Но она не слышала. У меня же голоса не было. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка, о сиротах заботится. Она говорит, будто меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как эта чаща. Вредные, злые. Лучше их не злить. А если кто-то все-таки перешел им дорогу? Могут отобрать голос, а могут отобрать жизнь. Как им вздумается. Гнусные бабы, но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят все, что делается на болотах. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривает? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем. Так, значит, мы с вами возвращаемся, наверное, в приют. И будем добиваться каких-то сведений о Цири у этой чокнутой бабушки. Так, и Васик, давай только не через утопцев. Блин, опять. Берегись! Да вижу я! Берегись! Спокойно. Так, так, будем, наверное, сжечь. Ну что? Так, первый есть. А, мне все-таки пригодится, наверное, Игни. Да, она водная баба. Есть. Все. С бабы надо что-то взять. Вода, яд и зуб водной бабы. Так, а здесь какое-то кострище. Ну да. И Васик. А, почти. Почти добрались. Ну и замечательно. Здесь есть быстрый переход. Все в порядке. Ни полведьмы не видать. Сейчас спою бабушке. Успокою ее. Соловьи уже умолкли, умер ветерок. А луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, бабуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Так. Девушка, о которой я спрашивал. Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя.
Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала? Нашел. Горячку гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной. Ивасик добрый мальчик, а вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелене? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки. Отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Смеешь нарушать наш покой, женщина. Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи. Духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Ух, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей барышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа, стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый. Знает валун. Валун слышит. Да. Как-то мне перехотелось встречаться с этими ведьмами. Давайте посмотрим. Теперь сюда рецепт. Белая чайка. Так. Ну, наверное, будем спускаться. Погребок. Может быть, что-то интересное найдется. А может быть и нет.
Так, алкогест, порошок и еще алкогест. Блин, а здесь тоже проводятся какие-то ритуалы. Посмотрите на это. Еще какой-то скелет. Ужас. Блин. Животных дофига. Так, взять слиток. Опять алхимический порошок. А здесь малый глиф. Ну, наверное, надо бы отсюда уходить. Так, и осмотримся теперь здесь. Так, проверим. Здесь еще. Так, что ты там делаешь? Прибираешься? Ведьмаки. Интервью с вампиром. Кроны. Так, а ну-ка посмотрим. Так, надо бы глянуть. Новая статья в бестиарии. Наверное, про вампиров, да? Так, ну здесь... Окей, прочитали. Пока все. А это что за цветочки? Блин, нифига себе. Так, вампиры. Высший вампир. Так, и надо все описание про него пролистать. Так. Ё-моё. Вот это вот стрёмная тема. Сразу видно. Поможет Игни. Так. Отлично. Давайте смотреть по мечам. Так, минус 25, минус 10. Так, на ремонт. Блин, тут все, конечно, не очень хорошо у нас. Но есть еще такой серебряный меч. И, возможно, скоро... Нам придется менять доспех. Ну что ж, давайте теперь отправимся к старости. Так, и узнаем, какая же беда там у них случилась. Так, скачем по болотам. Лошадка, слава богу, здесь может нормально скакать. Возьмем чуть левее, как от нас того требует маршрут. Аккуратненько. Ой-ой-ой. Там, наверное, были эти дезертиры. Все, в деревню. Я прибыл. Она здесь находится рядышком. И также есть доска с объявлениями. Ну что, все перепугались-то? Господи. Так. Делаю и продаю горшки. Продам воз. Обменяю ковры на еду. Дубильщик кож. И заказ. Чудовище с болот. Сейчас, давайте у купца посмотрим, какие есть товары. А если нет, то можно продать. Так, привет. Спонсор. Простокваша, яйца, свежие яйца. Чистые, не засранные. Ну, это хорошо. Скажи, чем торгуешь? Блин, а взять-то и нечего. Так, продаем этот меч. А, так, этот тоже продать. Меч из серебряного города. Не знаю. Так. Ну, всякое самое, наверное, тяжелое продадим. Так, этот ведьмачий меч тоже оставим. Это продать. Это продать. Хм. А это какие-то прям крутые мечи, да? Так, охотничьи сапоги.
Так, перчатки, ух ты. Надо бы их одеть. Ну и все. Бывай. А вот и староста. Мое почтение. Приятная деревня. Ну так. Просто жемчужина болот. Раз вы так говорите. И как тут живется? Ну так, от зимы до зимы. Узнаешь стилет? Да, сударь. Не знал, что вы им принадлежите. Я никому не принадлежу. Ладно, к делу. Мне надо побыстрее с этим разобраться. Ага, так значит. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось. Коротко и по делу. Война пробудила старую силу. Злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночи наяву. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Надобно прогнать темную силу. Когда все это началось? Да уж почитай 3 года как. Помню, день был теплый. Я пошел проверить телки. Вынимаю зайца из ловушки. А тут разом темно сделалось. Хотя середина дня была. Я сперва подумал, буря будет. Такой писк раздался, что у меня уши заложило. Вдруг заяц у меня прямо в руках сгнил, а листья пожухли. Хотя лето только начиналось. С тех пор плохо у нас стало. У людей зубы почернели, как в огне веточки. Бабы сварливые стали. Цепляются друг к другу в зенки, не пойми с чего. Ну и дети. Калеки родятся. Хромые. Страх и ужас. Мы давно уже просим хозяек леса о помощи. Мне нужно больше сведений. Лучше сами взгляните. Еще прабабка меня палкой била за то, что баландался по шепчущему холму. А уж что там сейчас? Пару раз окрестные мужики собирались. Хотели вырубить деревья и выжечь заразную землю дотла. Да только ни один не вернулся. Земля под травой белая от людских костей. Хозяйки леса не знают, что это за сила? Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя. Потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы, раз вас прислали? Я пройдусь по шепчущему холму. Токма осторожнее, сударь. Не думайте, что легко будет. Да вот я и не думаю. Так, а здесь, поди, кузнеца так и нет. Здесь ничего, ну значит придется отправляться нам в какой-то другой город, потому что без хотя бы тех же ремонтных наборов нам дальше будет, ну скажем так, сложновато. Итак, может быть в эту деревню? Залипье? Да, там есть кузнец. Так, 10:20 утра. Кузнец. Насколько помню, где-то в этом месте у нас мог быть. Да. Память мне не отказывает. Отлично. Да еще и лучшим. Оружие. Доспехи. Так. Поговорим. Надежное оружие для каждого. Стальные мечи, крепкие...
Сделай для меня одну вещицу. Починить. Так, чиним. %84. Этот меч тоже починим. А насчет этого не уверен, конечно. Так, так, 54%. Здесь минус 5. Блин, не знаю. Может быть, этот дешевле будет поставить. Потому что 47 все-таки. Да, наверное, так и сделаем. Эти штанишки отремонтируем. Перчаточки тоже. Так. Да и... даже не знаю. Меч воина дикой охоты. 75%. Давайте. Сделаем ремонт. Прощай. Прощай, друг. Если у продавца какого-нибудь найдется ремонтный набор, я сочту это за большую удачу. Так, вот он, купец. Так, посмотрим на твои товары. Чего? Да ничего. Покажи свои товары. Да, есть. Наборчик. Отлично. Чтобы узнать больше, нужно прочесть. Так, карты. Рецепт. Приманка на черта. Берем. Так, а это что за карта у нас? Ладно. Бывай. Ну, может быть, еще в корчму? Так, корчмарь. Давай тебя тоже немножко помучаем. Покажи свои товары. Нет, ремонтного у него, к сожалению, ничего нет. Отходи, девица. Все, быстренько. Обратно. Так, и деревня. Вот она. А, можно к приюту, кстати, переместиться. Так, наверное, даже будет быстрее. Есть. Что с вами делаем? Меняем перчатки. Так, синие. Хорошо. И малый рунный камень. Честно говоря, не очень хочется ставить. Сколько там? 200 с чем-то. Шагов, метров. Подзываем лошадь. Преодолеем это расстояние на ней. Так, ну что? Нам надо узнать, что убивает крестьян из Штейгеров. Да, хотели утопцы на меня засаду устроить. Но нет. Я не такой. Так, лошадка, поднимайся. Давай, нет? Ладно, придется. Так. На себе все тащить. И, кстати, помните, он рассказывал, что сидел-сидел, и вдруг налетела буря. Все почернело. А вон и дерево. То самое. Уходи. Нет. Уходи. Уходить никуда. Уходи. Мне не сдержать силы, что меня хранит. Сейчас окажем
влияние на разум. Это волколак. Опять оказываем влияние. Восьмой уровень. Ну, не такой уж он и, скажем так, сложный. Так, ну что, давайте с такими короткими, но быстрыми ударами. Так, не ясать. Куда побежал? А он еще и здоровье восстанавливает. Так что надо побыстрее. Да, я получаю. Просто надо как-то уклоняться от этой его атаки. И отходим. Да, вот она, его атака. Так, теперь снова. Отойти. Все. Вернись. 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 Покажись, я хочу поговорить. Уходи. 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 И плюс еще одно очко. Проверяем умение. Так, это полностью у нас прокачано. Что можно прокачать еще? Может быть, Игни? Какие варианты? Так, порог передозировки. Так, замедление времени. Ладно, наверное... Наверное, Игни. Давайте качать. Так, и... И, наверное, пока хватит. Пусть два очка будут. Потом уже с вами определимся. Так, может быть, помедитировать? Боже мой, там что-то страшное. Приближайся. Отойди. Чую, откуда пришел. Прям корни. Так, тут понадобится, наверное, факел. Силы, что меня хранят, знают, откуда пришел. Ну и откуда же это силы твои не сказали? Так, проплываем. Давай, давай. Воздух-то все-таки у нас не бесконечный. Нифига себе, какой-то клинок. Ну и что, надо всплывать. Что-то там бьется, как сердце. Зачем ты пришел? Зачем кровь проливаешь? Ты пришел меня убить или освободить меня хочешь? Кто ты? Я оставила мой круг. Я хранила равновесие. Ведьмы меня убили. А дух прокляли. Никогда не слышал о круге друидов в Верине. Я навсегда заблудилась в лабиринтах ветвей. Бессильно скольжу по поверхности листьев. Наверное, ты хорошо знаешь ведьм. Они проклятие Велена. Они слышат отрезанными ушами, коверкают судьбы, сплетая пряжу из волос. Черпают силу из котла, а варят они человеческое мясо.
Почему тебя убили? Ведьмы хотят эту землю, хотят этот лес для себя. Я встала у них на пути и умерла. На меня напали. Это моя тюрьма, осажденная крепость. Я жду убийц, а мой лес хранит меня. И кто тебя собирается убить? Сестры-убийцы. Они убили мое тело и теперь истязают душу. Но она противится. Ты сказала, что ты в плену. Как так? Я скована кандалами магии. Блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев. Я все знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободи меня, прошу. Я должна им помочь. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Детей уже забрали. Освободи меня, прошу. Я могу быть вихрем. Могу помчаться. Могу их спасти. Только я. Почему ты думаешь, что дети на поляне в опасности? Сестры их забрали. Возврата нет. Куда их забрали? Я помогу им. Уже случилось. Этого не вернуть. Вард, Цербин не ведут дороги. Они все умрут. Позволь их спасти. Да? Так же, как убитых крестьян? Нет уж. Я не верю тебе, дух. Слишком многое говорит против тебя. Я не могу доверять только твоим словам. Не смей причинять сейчас мне причини. Вред. Против тебя встанут силы. Хотела меня природы. Убить. И еще тут что-то выторговывает. Так. Валите. Давай. Так. Алмазная пыль. Синий мутаген. Еще один. Господи, какие страшные твари. Так, и травка. Тоже может быть, когда откроется на 9 уровне. Неплохо. Что за трава? А, нет, это грибы. Так, точно? Все собрал. Ну вот, сердце дерева. Возможно, не помешает нам также подняться туда, наверх этого холма. Медальон дрожит. Это место силы. Это место силы. С кем говорить-то? На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполнил. Не может быть! Что там такое поселилось? В дерево на холме вселился злой дух. Он и убивал людей. Как же ж вы его прогнали? В сердце дерева вселилось какое-то существо. Я уничтожил и сердце, и жильца. Значит, заморок. Он же не вернется? Нет. Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса, велели напомнить тебе о плате. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте костелет. Сейчас вернусь. Ah!
Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу. Значит, все эти уши в лесу... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Вы вживую тоже. Другие. Не как на гобелене. Ну, принеси. Никогда больше не пытайся противиться нам! Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросянки, и сладкие, как карамельки. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Я узнаю этот знак. Это Анна, жена барона из Вронец. Она не принадлежит никому из людей. Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей, она согласилась служить. Она носит наш знак. Она наша. Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, Белоголовый. На гобелене вы выглядели иначе, чем сейчас. Мы нарядились специально для тебя. Если бы ты знал, сколько времени мы провели перед зеркалом. Ты жаждешь нас? Я впечатлен. Полиморфия — редкое умение. О-о-о. Я могу высосать тебя дозу. Я могу сплестись с тобой в одно целое. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Я не затем пришел. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слово. Девушка, мышиные волосы, так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедняжка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней, как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Строптивая, упрямая и самолюбивая. Девушка, которую я ищу, ни разу никого не обидела без причины.
и давно ее не видел. Она переменилась к худшему. Почему она на вас напала? Она не та девочка, которую ты знал. Ее переполняет гнев. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то особенный. Мы прочли это по звериным внутренностям. Мы видели ее образ, как рябь на луже. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови, посеянное зерно, что взорвется огнем. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Гнянок. Нечего канителиться. Стол накрыт, в котле клокочет. Нам нельзя! Она предназначена ему! Получит ее Иммерих, но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. У меня слюнки текут. Будь по-твоему, иди. О, девчонка, ты еще пожалеешь. Надо бежать, потому что там и ведьмы, и дикая охота. Нет, никуда я не вернусь. Он даже не надейтесь. За тобой. Ой-ой. Хотели разделать ее, как зверя, и сожрать. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Старшая кровь. Удивительная девушка.
Но ты и сам знаешь. Жаль, что она убежала. Она сбежала от вас, и я ее найду. Мы вернемся вместе и убьем вас. Ты вернешься, вернешься. Судьбы наши сплетены. И тогда кто-то умрет, не одна из нас. Теперь ты будешь гоняться за тенью и блуждать во мгле. И всюду будешь находить только ее отражение. А если настигнешь ее, если девушка умрет? Вот такие веселые бабки-хохотушки. Но смотрите-ка, походу мы с вами и узнали, что произошло с Анной. Блин, печально. Ветер. Так, новая... Точнее, новая статья о персонажах. А давайте посмотрим, почему нет. Так, вот они, персонажи. Это все-таки, да, была Анна Стенгер. Но, может быть, что-то можно будет сделать, чтобы снять с нее эти чары. Непонятно. Ладно, сейчас попробуем здесь ее отыскать. Путешествие на край света. Ну, а теперь надо тогда нам перемещаться к барону. В какой стороне знак? Так. Или все-таки... Не помню. Сейчас проверим. А, вот куда. Да, совсем. Мне не нравится это место. Так, прыжок. Сюда мы еще вернемся. Так, отправляемся теперь к барону. В замок Вроницы. Только я не помню. Вот сюда. Где моя лошадь? Лошадь? Почему нет лошади? Значит, придется бежать так. Так, ну-ка еще. Вот она моя лошадочка. Самогон ужил. Покажи мне свои товары. Религия и жизнь. Кажется, что-то подобное у нас уже есть. Причем какие-то другие интересные книги мы с вами нашли. Это может быть началом каких-нибудь, например, интересных квестов. Все надо читать, все надо осматривать, смотреть. Так, и вот мы на месте. А, барон, кажись, у себя. Так. Ну да. Ну... Чем пришел? Сыграем в гвинт? Да ладно, есть
Новости о твоей жене. Ах, что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на Кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти? Я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? То, что я думаю, не имеет значения. И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков. Только вот в людском мире нету черного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну давай, рассказывай. Санетта, у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она пила и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этейну воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка, потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну хорошо, что было дальше? Я воевал на разных фронтах, получал жалования, а нет-то одна сидела целыми месяцами. А позже я узнал, что она была не так уж одинока. Ее почти 3 года утешал какой-то Эван. Друг детства, пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробу она видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел... Что-то вселилось в меня. Завалил паскуду. А требуху его бросил псам. В конце концов, тебя же не просто так кровавым зовут. А? Прозвище обязывает. А, нет. С кровавым это совсем другая история. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилась. Я, если б не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтобы я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь, лучше бы ее саму убил. Я 1000 раз прощения просил, я цветы носил, подарки, и хоть бы что. Через 2 года злость ее перешла в равнодушие, но вот временами... То у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал.
Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Да, прям как-то сходу сложновато сделать однозначный вывод. Но давайте попробуем. Ты прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Твоя жена служит ведьмам. Ты, сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топях. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась? Они бежали ночью. У леса на них напало чудовище, которое служит ведьмам. И похитило Анну. Чудовище? Вот ты, сука. А Тамара? С ней ничего не случилось? С ней все в порядке. Ну, слава богам, хотя бы так. А что с Анеттой? Что было дальше? Тварь унесла ее вглубь топи, но вреда не причинила. Больше того, кажется, сейчас Анна по-своему счастлива. Счастлива? Хватит мне мозги ебать! Что она там вообще делает на этих болотах? Она заключила договор с ведьмами и... И, вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Не советую тебе заходить на болото даже с солдатами. Место само по себе нехорошее, а ведьмы куда опаснее, чем кажутся. Ну не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь, ты бы тоже надеялся на их милосердие? Нет, я бы не надеялся. Но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Соберу людей, пойдем туда и вытащим Анну. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я? На вас напал Василиск. А, да, да. Ну и здоровая же была скотина! Приземлился, я решил все. В этот раз нам уже не вывернуться. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь! Выживешь! Ну тогда покажем этой сволочи! Давай, покажем. А, не получилось? Собака. А, тут еще и волки. Что, гоните? Волк тут при чем? Блин, бери хотя бы волка! Барон грёбаный. Да почти добили. Сука!
Давай. Что там с ним? Я этого так не оставлю. Да быстрей, быстрей. Ты все собрала? Да, спасибо. То, что ты для меня сделала, никогда тебе этого не забуду. Ты тоже мне помог. Дал мне приют, велел обо мне позаботиться. Мы квиты. Тебе не обязательно уезжать. Здесь ты всегда найдешь теплый угол. Хорошую компанию. Я должна. За мной гонятся упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота? Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна, и пусть ночью никто из дому не выходит. А ты? Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград, а там увидим. Она села на коня и уехала. Пусто тут стало без нее. Переправа через Понтер окружена риданскими войсками. И несмотря на это, ты послал Цири в Новиград. Она искала чародейку. А чародеи все в Новиграде. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу риданцам. Я дал ей охранную грамоту. Откуда у тебя вообще эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в Темерском войске. Но переправу охраняют риданцы. Если есть заслуженная репутация и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, то, наверное, торопишься, но... Ну, может быть, если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее! Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Немного наличных всегда пригодится. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно.
Что за... Вот ты где! Опять сбежал! Извиняюсь, мы уже ушли. Что это было? А это ты мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума, считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный, как говно Ордаля. Ума? Странное имя. Ну да, странное, но он мне другого-то не назвал. Значит, он умеет говорить? Не, я спросил, мол, как звать? А он ничего, только тычет себе в нос палец ноги. Ну, тут я хватаю его за руку и спрашиваю, а тебя как зовут? А он смотрит на меня, как на глупого, и гудит такой, Ума, вот. Вот так прицепилась. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно, откуда он тут взялся? С ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Неужели больше не на что было играть? Да что ж ты ко мне, сука, прицепился-то? Ну, вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон, и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. И что смешного в этой истории? Ну, поехал я как-то в Новиград. Развеяться, вкусить, так сказать, радостей большого города. Остановился в трактире. А там как раз игра. Вот, и я присоединился. Карта мне шла. Прямо вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочисто. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со Скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, че? Он шансы не использовал. Так вот уродец и попал во вроницы. Вот и песенки конец. Очень смешно. Животики надорвешь. Да чтоб ты понимал бы. Ну теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да, хотя я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот, у сукиного сына, есть что-то такое умное в глазах. Не знаю, может, кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Ну, ладно, ничего. Жрать много не жрет. Хлопот покуда не доставляет, так что пускай ребята веселятся. Мне пора, прощай. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдешь дочь. И будешь для нее хорошим отцом.